Просто. Дай ему 3 дня. 3 дня не звони, не пиши. Потом увидишь, вернется ли он. А что, если ты не сможешь дать эти 3 дня? В этом то и дело, что ты всегда возвращаешься к нему, и он привык к этому. Он знает, что ты все равно вернешься и дашь ему еще один шанс. Почему бы тебе не дать ему 3 дня, чтобы он понял, что на этот раз все серьезно, и что он действительно может тебя потерять? А если он не вернется, тогда зачем тебе быть с кем-то, кто не хочет быть с тобой?